Всем привет, с вами Сад Огород. Показываю, что мы сажаем на своем огороде здесь, в Московской области. Перед нами, значит, 8 грядок картошки. Сажаем мы сажалкой обыкновенной. Здесь у нас полполя гуляет. В качестве сидирата мы сажаем фацелию. Через месяц она зацветет, и она будет давать нектар для наших пчел. Да, вот я вижу, сходов уже много. Неделя прошла, как и написано, что оно зайдет через неделю примерно. Вот видим первые сходы миниатюрные. Вот здесь вот. Ну и примерно через месяц она уже зацветет. Фацелия сидират неприхотливый, он выносит и жаркую погоду, и дождливую. Растение примерно у нас здесь растет полметра и начинает цвести. Здесь у нас высажена тыква, но, к сожалению, погода сейчас очень холодная. Сегодня вообще будет 11 градусов, поэтому они у нас накрыты и днем, и ночью. Эти кончики у нас под укроп, репу и другую зелень. Здесь мы видим, у нас лучок уже взошел. Грядки. Лука мы сажаем много, мы его любим. Лук у нас мячковский. Сейчас поле чистое, сорняков пока нету, они будут только через неделю примерно. Здесь у нас чернушка растет. Для выращивания севка. А слева у нас грядочка моркови. Морковь мы сажаем разных сортов. Перед этим прошли сильные дожди у нас. Почва примялась. Сейчас на солнце растрескалась. Здесь у нас растет капуста. И поздняя, и средняя, и ранняя. Капуста белокочанная. Мы ее посадили где-то неделю назад. Она уже принялась. Из-за дождливой погоды она без проблем растет. Единственное, что холодновато, поэтому листочки у ней посинели от холода. Ветер, то есть с севера, холодный, пронизывающий. Сейчас предстоит подкормка ее. Но вот этот холод, он способствует задержке развития черных блошек, которые обычно бывают у нас на капусте, если жарко. Приходится их опрыскивать. Вот сейчас из-за холода их нет практически. Может, даже в этом году и не будет. Погода будет не жаркая летом. Здесь у нас две грядочки красной свеклы в две строчки. Раньше мы поменьше немножко сажали, но сейчас у нас есть куры легорн, которые очень любят ее зимой. И специально для них мы выращиваем эту свеколку. У них она на расхват в зимнее время, поэтому вот решили посадить побольше. А сейчас мы ждем дождя. Надо немножко полить, чтобы корочка была мягкая, и, наверное, будут первые всходы. Спасибо за внимание.